Башкортостан на первом месте по сокращению доли просроченной задолженности по кредитным картам. В четвертом квартале 2018-го просрочка снизилась по сравнению с тем же периодом 2017-го более чем на 17,5%. В рейтинг Национального бюро кредитных историй включены 30 российских регионов-лидеров по объему розничного кредитования. На втором месте по динамике Кемеровская область – минус 9,5%, на третьем – Саратовская область – 6,5%. Единственный из попавших в выборку регионов, где просрочка увеличилась, Республика Саха-Якутия – плюс 0,3%. Средний по стране уровень снижения – порядка 8,5%.